«Угости блином ближнего». Акция с таким названием стартовала в Марфомариинском сестричестве милосердия. В масленичную неделю белгородцев просят поделиться домашним теплом с нуждающимися. Как это сделать, расскажем в сюжете. Масленица издревле считалась теплым, семейным и дружеским праздником. Всю сырную неделю люди ходят друг к другу в гости, угощают родных блинами. Но как бы тем, у кого не осталось не только близких, но зачастую и дома. Создать праздник нуждающимся решили в Марфомариинском сестричестве милосердия, где устроили акцию «Угости блином ближнего». Мы готовили блины, которые вот сейчас раздаем бездомным. Эта неделя, она как прощенная, будет прощенное воскресенье, поэтому нужно ходить в гости и дарить всем добро. На все праздники мы им не просто готовим еду какую-то простую, а вот тоже, чтобы они были как дома, как в семье, чтобы они могли к нам прийти и знать, что их здесь всегда ждут. И они не одни. Принять участие в акции может каждый. Здесь будут рады и блинам, купленным в магазине, и приготовленным собственноручно. Лишний час, проведенный вами у плиты, подарит долю семейного тепла тем, кто его лишен. Сделать эту масленицу чуть добрее решили и мы. Тоже поучаствовали в акции «Угости блином ближнего». Угостить нуждающихся можно до 11 марта. Помимо масленичной акции, Марфомариинское сестричество милосердия – инициатор и других благотворительных проектов. Например, таблеточка от простуды помогает обеспечить малоимущих и бездомных белгородцев медикаментами. Помощь здесь оказывают всем оказавшимся в трудной жизненной ситуации. В ближайшее время у нас будет акция «Начало Великого Поста», и мы начинаем акцию «Посети меня в темнице». Эта акция направлена на помощь заключенным. Около 20 городов России, в которые сестры милосердия пишут письма. И раз в год возможно переслать посылку объемом до 20 килограмм. Мы собираем любые средства гигиены, бытовой химии, также сладости различные и денежные средства для того, чтобы эти посылки доставить в адресату. Всю информацию о том, как помочь нуждающимся, вы можете найти на сайте Марфомариинского сестричества. Его адрес вы видите на экране. Елена Погорелова, Андрей Андрейко. К этому часу. Белгород.